Дорогие подписчики, гости моего канала, всех вас приветствую. Сегодня уже у нас 19 июля 2023 года. Приехал я в Ельник, уже в другой Ельник. Прошли хорошие дожди в Москве и в Подмосковье. Находимся с вами в Южном Подмосковье, и приехали мы за такими красавцами. Смотрите, какие растут. Здесь интересно, бугорок — это не гриб? Нет, это вроде не гриб. Вот они растут, какие, а? Еловички-то красавчики. Раз и два. Хорошо промочило лес, как видите, все сыро, все хорошо. Ну что, надеюсь, вам все понравится. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на мой канал. Погнали за такими грибами. Вон там какой-то гриб уже, вижу, стоит. Маховичок, походу. Смотрите, какой крепенький-то, а. На удивление, маховичок тоже попадается. Ну, грибалка, думаю, удастся. Смотрите, какой стоит. Беляшек. Беляшек наш какой. Ух, прочный. Красивый. На опушке леса, да такой большой. Видимо, дожди спугнули конкурентов, но мне-то это только в плюс. Сейчас улиточку мы смахнем. Какой классный белый, а. Его даже держать прекрасно. Классно. Вот он-то растет какой, а. Беляшек. Красавчик наш. Оп. Какой трофей получаем с вами, а. Вот это я понимаю. Беленький. Классненький. Ищем дальше. Издалека приметил беленький. Давайте-ка с вами подойдем. Я даже еще к нему не подходил. Смотрите, какой растет. Беляшек. О, какой длинноногий. Красавчик. Ну, грибы есть, это радует. Хорошие притом грибочки. Продолжаем с вами поиски белых грибов. А вон там, кстати, по-моему, маховик это растет. Пока не выключился, давайте посмотрим. Смотрите, какие. Или это польские такие. Нифига себе, красиво растут. Как это польский. Да еще такие мощные, смотрите. Ничего себе. Погрызли их тут слегка зверушки. Но сам факт, какие хорошие-то. Смотрите-ка, какие, а. Вот там, наверное, может, и не видите. Пока только один беленький видите, но их тут не один. Смотрите, какие хорошенькие. Вот он, первый наш бельчонок. Толстенький какой, а. Плотненький, хорошенький. Так, сюда его положим. Так. Вот там вот в веточках, смотрите-ка, из ямочки. Сейчас мы вам покажем. Главное сорвать его так, чтобы не сломать. Второй. Хороший. Чуть-чуть поменьше будет. Вот. И там я видел, ну, самый маленький с этой поляночки. Так, где? Вот он-то прям в ямке. Растет еще один беленький. Ну, три белых. Неплохо. Продолжаем поиски. Грибы есть. Не так много, как хотелось бы, но дожди прошли. Может быть, все впереди. Смешанный лес. Здесь у нас ельник. Дубы попадаются. И смотрите, какой симпатюлик стоит. Растет у нас. А? Не симпатюлик разве? Сейчас мы его сорвем. Выкрутим осторожно. Грибницу прикроем. Опа! Какой хороший-то, а? Красавец. Грибочек. Смотрите, как растет. Из иголочек. Только-только появился. Беленький. Как его сорвать-то хорошо? Ой, какой! Вот это один из самых красивых пока на данный момент. Это я уже могу вам точно сказать. Смотрите, какой мощный.
Грязненький, правда, но красавчик. Красивый какой, а? Береги. Оп. И получаем с вами... Улиточку только снимем. Вот такого вот. Красавца. Классный. Смотрите, стоит. Давайте пройдем к нему. К этому беленькому. Посмотрим на него. Насладимся. Ой, какой. Растет. Смотрите. Большой такой уже. Ух. Классный. Полноценный, красивый, еловый белый гриб. Сказка. Вот он-то. Смотрите, как припрятался. Грибочек беленький. Хорошенький такой, свеженький. Опа. Какой хороший, а. Побольше бы таких. Ищем еловые белые грибы. И давайте с вами посмотрим, что удалось найти. Смотрите-ка. Это, скорее всего, уже испорченный, мягкий, даже брать не будем. Вот он-то стоит, смотрите какой. Опа. Беленький, хорошенький, молоденький. Ать. Тут у нас тоже еще маленький, но мы его возьмем, в маринад пойдет. Ать. Так. Так, так, так. Тоже в маринадик. Такие грибы брать можно и нужно на самом деле. О, какой маленький совсем. И узрил я отсюда прям. Еще не подходил, но вижу, что это, по-моему, белый. Проверим мое зрение, мое чутье. Как мне показалось, здесь растет белый. Смотрите-ка, я еще к нему тоже не подходил. Для меня это тоже интрига, как он выглядит. А выглядит он превосходно. Смотрите, какой хороший экземплярчик-то, а? Ну, вроде пока больше не вижу. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Еще один беленький растет. Вот он-то, смотрите-ка. Тоже хороший. Плохих, в принципе, сегодня не было. Красивенький такой. Класс. Но, конечно, хотелось бы побольше, желательно полянами, как это бывает в еловых лесах. Но радоваться надо тому, что у нас и так лес дает. А дает он, в принципе, неплохие грибочки. Растет беленький, смотрите, какой. Хорошенький такой. Поели его зверушки, правда, слегка. Но... красивый, красивый. Какой. Массивненький такой. Класс. Опять издалека приметил я гриб. И в этот раз это у нас подосиновик. Вот он-то. Оранжевенький такой, яркий, хороший. Вот он-то. Почему один? Где твои братья? А братья, видимо, спрятались. Ну ладно, поищем. Наш грибной поход заканчивается. Вернее, даже скорее разведка. И вот такой вот у нас результат. В принципе, ходил не так долго. Часа полтора, может два. И набрал я все-таки грибочков. Так много, конечно, как хотелось бы, но посмотрите, какие они все нарядные, какие они все красивые, хорошие. Иленькие, подосиновичек, там немножко лисичек попалось, немножко маховичков. Вот, в целом остался доволен. Хотелось бы, конечно, побольше, этого всегда хочется. Это такая грибная жажда, наверное. Вот, но, в принципе, в целом я доволен вот таким вот результатом. Погулял, отдохнул, свежим воздухом подышал, грибов набрал. И в целом день удался.
Вот. Надеюсь, конечно, что в дальнейшем грибов будет больше. Кайфанем, насладимся. Вот. А пока на сегодня это все. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я буду рад. И до скорых встреч. Постараюсь уходить на связь почаще с такими вот грибочками.